Участие в нем принял губернатор Краснодарского края. Основными темами совещания стали погашение госдолга среди регионов и создание на местах сбалансированных бюджетов. Получателями дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности ключевым будет и обязательство по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это первоочередная задача, которую должны все исполнить. Как отметил Вениамин Кондратьев, в следующем году Краснодарский край получит 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. При этом государственный долг для региона реструктуризируют. Срок возврата по бюджетным кредитам продлят на 12 лет, что позволит Краснодарскому краю только за 2 года сэкономить около 10 миллиардов рублей.